Камеры НАСА зафиксировали загадочный шар синего цвета, пролетавший неподалеку от Солнца. Снимок со странным НЛО, неизвестно, что делавшим возле Солнца, попал в интернет и тут же вызвал множество вопросов. Сотрудники НАСА пытались объяснить появление загадочного шара сбоем программы. Якобы аппарат Solon Terrestrial Relations Observatory, который вращается вокруг Солнца и изучает его активность, во время очередной съемки попал в зону корональной дыры, области с пониженными плотностью и температурой плазмы, что заставило его электронику перезагрузиться. В результате перезагрузки получился испорченный снимок с пролетающим на фоне Солнца синим шаром. Уфологи и конспирологи не приняли объяснения сотрудников НАСА, посчитав его весьма неуклюжим. Они предположили, что синий шар является космическим кораблем инопланетян, который заряжался от Солнца. Но возможно, что это пришелец из космоса, существующий не в привычном для землян теле, а в виде сгустка чистой энергии.